А вот тут мы с вами расходимся. Вы так убежденно уверяете меня, что человек произошел от обезьяны, как будто вы видели эту обезьяну, и она вам что-то шепнула на ухо. Ну, а разве Бог шепнул вам на ухо, что он создал человек? А существование Божье недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну в человеке, а я в Бога, который в каждом человеке. В каждом? Mm-hmm. Ну, а где же он в фюрере? Где же он в Гиммлере? Трудный вопрос. Я получил образование в тюрьме. И у нас в камерах легких вопросов не задавали. А это что такое? Это дети моего органиста.